Обязательно было убивать Митчелла? Нельзя было его взять и хоть что-то выяснить? Уайт у нас? Сбежал. Начинаем сначала. Что нам известно о Митчелле? Он снимал деньги в банке на Гаити. Счет открыл некий Доминик Грин. Я отправил вам фото. У него здесь назначена встреча. Генерал Медрано. Есть слух, что в Боливии зреет переворот. Грин может быть замешан. В Боливии страшная засуха. Люди в отчаянии. Медрано копает под правительство, надеясь захватить власть. Женщину опознали? Камила Ривера. Секретная служба Боливии. Она хотела убить Медрано. Секунду. Грин только что купил билет до Брегенца, Австрия. Следите за ним. Найти Медрано легко. Вам я поручаю Грина. Таннер, Грин в театре Брегенца. Думаете, мы тратим время впустую? Может быть, он любит оперу? Если так, то он ошибся. Театр сегодня закрыт. Вон, рядом с вами система видеонаблюдения. Подключитесь к ней и увидите картинку с камер. Похоже, у нас частичный доступ. Остерегайтесь инфракрасных камер, Бонд. Не дайте им вас заметить. Вижу Грина. Держитесь подальше от инфракрасных камер. Не дайте им вас заметить. Бонд, вы стоите рядом с блоком питания камеры. Взломайте его и обойдите защиту. Когда загорится зеленый, вы в безопасности. Прикрытие! Граната пошла!
Я на полиции! Передайте мистеру Грину за кулисами чисто. Прием. Трибуны. Там, похоже, начинается какая-то встреча. Начали!
мистер Грин, это Морган, я на сцене. В рядах чисто, на сцене чисто. Добрый вечер, сэр. Тратить время на проект Кьера. Ребята, вам стоит найти для встреч место получше. Кто это? Ты же сказал, нас тут никто не найдет. Черт, найди его! Он по ту сторону пристани! Он у меня на мушке, он один. Противников со стороны озера. Будьте начеку. Взорваться в любой